Молодым ноябрьцам предлагают трудоустройство. Штаб Ноябрьского студенческого трудового отряда сообщает об открытых вакансиях в организациях города. Так молодых, активных и желающих подзаработать ждут дорожники. В Дорожное ремонтное строительное управление, к слову, эта организация ежегодно предлагает работу подросткам в летний период, требуются разнорабочие. Кроме того, нужны кондукторы в детский парк. Об открытых вакансиях сообщает и Центральная городская больница. Здесь готовы принять в свои ряды подсобных рабочих, санитарок, уборщиков служебных помещений и операторов стиральных машин. Также есть вакансии продавцов-консультантов в некоторых городских магазинах. Желающих трудоустроиться ждут в Центре детских и молодежных инициатив по адресу проспект Мира, 85. Добавлю, на сегодняшний день с помощью штаба в Ноябрьске трудоустроено 28 человек.